Чем проще еда, друзья, тем она вкуснее и полезнее. Привет, с вами Ух ты Кухня. Сегодня поделюсь интересным салатом. Мне нужны будут отварные яйца. Выкладываю в кипящую воду. Накрываю крышкой и довожу до кипения. А этим временем, друзья, нарежу овощи, какие есть у меня сегодня. Редиска. А вот так вот. А можно, друзья, сразу в салатник. Тут уже как вам нравится. Просто мне писали в комментариях, как можно овощи нарезать на весу и в руках. Ну, показываю как. Очень просто. Легко и просто. И быстро. Огурчик сюда же. Меня всегда удивляло, как это можно на доске делать. Да, если честно, да. То же самое. Быстро, просто, хаотично. Все, как мы любим с тобой, Сережка. Конечно. И наши друзья тоже. Еще, друзья, один интересный ингредиент добавлю в салат. Попробуйте добавить чего-то тропического. Ой, вкус обалденный получается. Киви хорошо балансирует салат, а он придаст кислиночку и особую сладость. Вкусно-вкусно. А на вот такие вот кубики нарежу. Все, поехали к овощам. А вот так вот. Скажите красиво, уже красиво и уже вкусно. Заправочка будет самая простая, но все же вкусная. В мисочке смешиваю 1 чайную ложечку горчички в зернах. Ой, обязательно в зернах, друзья, попробуйте. Очень вкусно получается. Соль, примерно 1/2 чайной ложки. Сюда же растительное масло, какое-то ароматное. У меня сегодня домашнее подсолнечное. Можно оливковое, да любое можно, какое любите. Соус готов. Больше сюда добавлять ничего не буду, потому что, друзья, у меня там киви. Все, заправляю овощи. Немножко перемешаю. Пусть они тут дружатся. А я займусь зеленью. Беру такой хороший пучок укропа. Меленько нарезаю. Что еще сюда, Сережка? Конечно же, петрушка. Не надо комментировать, Сергей Николаевич, не надо. Все мы знаем, кому и как полезна петрушка. А вообще лучше шафраны. Ну, губа не дура. И обязательно добавлю немножко зеленого лука. От злых духов, друзья. Зелень выкладываю в салатник. Еще у меня есть вот такие вот листочки пекинской капусты. Добавлю. Я думаю, будет только лучше. И какая-то зеленая травка, муравка. Не знаю, друзья, что это. Купила у бабулек на рынке, сказали, дуже вкусно. И сейчас беру вилочку, две, и аккуратно все перемешиваю. Хочу, чтобы зелень осталась хрустящая, целенькая, красивая. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Все. Все по красоте. Посмотрите, какой яркий, красивый салатик получился. Ну что, друзья, собираем на стол. Берем, друзья, тарелку. Яйцо. Разрезаем. Ой, посмотрите, какое красивое. То, что надо. Да, выкладываем яйки. Еще, друзья, есть у меня деликатес. Сало натуральное, домашнее, домашнего копчения. Это прям ням-ням-ням. И вот так вот тоненько, тоненько-тоненько, как хамон, знаете, нарезают. Это у меня будет, друзья, приправка к яйцам. А вот так вот сверну немножко. Как думаете, будет вкусно? Вот все у меня завтрак будет. Угу. Ну и, друзья, берем большую ложку и салатик. Побольше салата. Сезон, весна, зелень. Нужно быть в хорошей форме. Красота, тра-та-та. Все, что еще нужно для полного счастья? Мне большая вилка. Молодец, Сережка. А мне немножко поменьше, друзья. Ну, так как я девочка, да? Вот так вот. Всем мирного неба и веселого настроения на весь день. А мы завтракать. Да, и вкусной еды. Давай уже, выключай. Хочется уже завтракать.